Добрый вечер, дорогие друзья. Мы находимся на мероприятии молодежного поколения Next. Сейчас мне посчастливилось пообщаться с интересным очень человеком. Семененко Дмитрий. Меня зовут Андрей Щерба. Хотел бы задать ему несколько вопросов. Активный участник этого движения поколения Next. Я знаю, что ты добивался больших высот в спорте, да? Вот, можешь рассказать о них вообще и как ты познакомился с Уралом клубом? И в плане этого, чтобы было связано, использовал ли продукты потом Кораллового клуба при занятии спортом и давало ли это результат? Да, на самом деле спортивная карьера моя началась еще 4 лет. Более осознанно начал тренироваться где-то лет с 12. То есть с 12 лет начинал активно ездить по соревнованиям, по турнирам. Вот, то есть появилась мотивация ради чего, скажем так. То есть, ну, хотелось просто спортивную жизнь, смотрел таких актеров знаменитых, как Брюс Ли, Джеки Чан, и хотелось каких-то результатов добиться. Информация по Коралловому клубу пришла ко мне около 9 лет назад, то есть началась активная спортивная деятельность, то есть начинал ездить на соревнования уже более серьезного уровня, это межобластные турниры, это всеукраинские турниры, международные. И пришла информация по Коралловому клубу, именно по воде. Вот. Сначала значения не придал, потому что был помешан на всем натуральном. Вот. Ко мне приходила информация и по спортивному питанию. Вот. Я ее отвергал. Но человек, который предлагал мне минеральную композицию Coral Mind, вот, был чересчур навязчив. И я купил только для того, чтобы он от меня отстал, на самом деле. Вот. Но стал потреблять продукт, стал лучше восстанавливаться после тренировок, а тогда я тренировался 2 раза в день. И стал лучше высыпаться. То есть появились те бытовые результаты, которые на сегодня дают мне уверенность в том деле, которым я занимаюсь. Вот. Потом стал пробовать остальные продукты. Тогда не было таких антиоксидантов, как H500, был микрогидрин. Как аналог, да. Вот. Стал пробовать продукт, то есть вода микрогидрин. Вот. Потом стал пробовать остальной продукт, это и коралл-шейки различные, это противики, это проволокно, то есть те продукты, которые, скажем так, восстанавливают организм, продукт, который дает возможность реально качественно восстановиться не только во время тренировочного процесса, но еще качественно подготовиться к соревнованиям, это качественно сделать вес, потому что гонял я от 7 до 10 килограмм к турниру. Но это уже когда на международном уровне, на мировом уровне выступал. Вот, и реально коралловая вода дает колоссальные результаты. Можешь рассказать, какие были достижения на международном уровне? Да, я, ну, если говорить о мировом уровне, то чемпион мира Европы по кикбоксингу, Кубок Европы выиграл 2 раза, вот, это 2008-2009 год, в 2010 выиграл чемпионат мира по кикбоксингу в разделе К1, выиграл чемпионат мира по кэмпу карате, выиграл в 2011 году чемпионат Европы по кэмпу карате и получил номинацию Best Fighter, это как лучший боец турнира. Вот. Также такие цели достигли, детские желания, мечты в определенном размере, да, вот, заниматься спортом, достичь высот. Да, на самом деле, ну, я считаю, что это так. Тут львиная доля заслуги моего тренера, потому что человек очень грамотный, вот, очень большой специалист в своем деле. Он, скажем так, направлял на путь истины. Кроме этого, была очень мощная духовная подготовка. Вот. Ну а также с точки зрения физиологии тоже коралловый клуб для этого идеально подходит, я считаю. А вот я так понимаю, с недавних времен принял решение заниматься все-таки бизнесом. Что повлияло на это решение и как успехи с того времени? На самом деле очень захотелось реализовываться в бизнесе, потому что все серьезные состояния, вот если проанализировать биографию успешных людей, они завоевывались на новых рынках. Вот. Новый рынок можно либо создать, либо завоевать. И вот рынок здоровья – это колоссальная индустрия, wellness-индустрия, да, вот, о которой писал и Голден Пилзер в своей книге. И на самом деле очень перспективное направление на сегодня, тем более тема воды – это то, что перспективно было, есть и будет, скажем так. Это то, где добилось успеха уже большое количество людей. И вот поэтому пришел бизнес, решил нести традиции, скажем
так, здоровье не только через себя, да, вот, но еще и давать это миру, своему окружению. То есть у меня родители сидят на сегодня на продукте. Вот. Также, ну, вот, наверное, как свое предназначение вижу, это воплощение здоровья в своих детях, которых на данный момент нету, но я думаю, в ближайшие 2-3 года они появятся. Вот. То есть я считаю, что коралловый клуб – это колоссальный инструмент. Это перспектива не на 10, не на 20, не на 50 лет. Это перспектива на 100, 150, 200 лет. Вот, то есть, на, ну, можно сказать так, на 5 поколений вперед. А там, я думаю, сработает эволюция, и это все, ну, сохранится и многократно приумножится. Я в этом уверен. Были уже достижения какие-то, да? Вот я знаю, с недавних времен занялся бизнесом, уже достиг определенного статуса. Да, уже на первую ступеньку, скажем так, вышел. Вот. Но на самом деле цели колоссальные. Вот. То есть цели я поставил максимальную. Сталкивался, я думаю, уже с какими-то преградами на начальных этапах. Что бы посоветовал, если есть уже опыт преодоления этих начальных этапов? Вот. Тем новичкам, которые начинают и натыкаются на эти рамки. На самом деле, вы знаете, вот в этом плане я стараюсь спроектировать свою спортивную карьеру и те принципы, которыми я руководствовался, на свое продвижение в бизнесе. Вот. То есть все достигает, навык обретается путем многократного повторения. Вот это то, что необходимо делать и здесь, так же самое. Самое главное общение с людьми, это вообще базовый момент, на котором все строится. Вот. И, скажем так, просто говорить людям то, что у тебя есть. То есть с точки зрения преград, да, было очень много отказов, вот. Но на самом деле, как бы те цели, которые я себе поставил, они просто, они у меня, скажем так, находятся в фоновом режиме, и ради них я готов выслушать, скажем так, те отказы, которые имеются и на данный момент. Вот, и совет молодежи и новичкам во всех своих решениях и действиях многократно повторение, и все будет достигнуто. 100% только действия. А молодежное поколение, какое отношение, стоит ли молодежи присоединяться? Я считаю, 100% стоит, потому что на сегодня это настоящий институт успеха, который, знания, в котором преподаются, это просто знания. Я от них не слышал, потому что ни в одной школе, ни в одном институте, ни в садике не нужен как бы счастливым, богатым и успешным. Но здесь те люди, которые уже достигли своего мирового имени, они готовы искренне делиться своим опытом. Это те люди, которые готовы, они заинтересованы в нашем успехе больше, чем мы сами на самом деле. Вот. И то есть это вот та задача, которую опять же мы сможем передать будущему поколению. Вот, это та изюминка, которая несет в мир идеалы добра, правды, справедливости. Вот, это поколение NERS. Это настоящий институт успеха, в котором этому учат. И за эти знания люди за границей готовы платить колоссальные деньги. Лучшие институты Англии, там, Кембридж, Оксфорд и так далее, Бостонский университет. То есть там эти знания даются в очень, на очень закрытой территории на самом деле. Вот. Я читал про это, и даже там те базовые принципы, которые там у нас говорятся на обычных региональных каких-то школах, там за них платятся большие деньги. Вот. Поэтому я больше чем уверен, молодежи нужно быть здесь. Вот. Если человек хочет здесь реализоваться, и если у него цели, ценности, которые способны сделать этот мир светлее, сделать этот мир ярче и нести в мир вот эти ценности, вот, то 100% нужно быть здесь. Спасибо, Дмитрий, за такой замечательный обмен опытом. Я думаю, такие слова смотивируют тех людей, которые, может быть, увидели это видео. Спасибо большое. Спасибо.